Сказка близко, и пусть снега пока не хватает, празднику это не помеха, а что, как не появление главных сказочных героев, может способствовать проявлению новогоднего настроя. Более 100 Дедов Морозов прошли по полю универсального спорткомплекса Подмосковья. Красочное зрелище предваряло яркое анимационное шоу с танцами, шутками и конкурсами. Как в самой красивой новогодней сказке, на поле выехала колесница с главными зимними персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой. Со сцены звучали поздравления и пожелания. Шествие было действительно грандиозным. Деды Морозы приветствовали маленьких зрителей. Яркие анимационные персонажи развлекали детишек и их родителей, не давая замерзнуть. В этот пусть и дождливый вечер новогоднее настроение особенно чувствовалось у детишек, ведь они очень любят этот праздник. Для них подготовили еще и подарки, вот уж полный набор для радости. А самые яркие впечатления, конечно, вызвало грандиозное шествие Дедушек Морозов, которое пробудило шквал эмоций у ребят. Здесь можно было увидеть совершенно разных Дедов Морозов, от самых маленьких до почтенных, и каждый нес в своем мешке праздник. Были и морозы-наездники, верхом на лошадках они прокатились по полю, приветствуя зрителей. Особый восторг у малышей вызвало количество Дедов Морозов. Когда-нибудь видел столько Дед Морозов? Нет, не видела. Много? Да, много не видела, никогда. Мне понравилось, когда... Дедушка Мороз со Снегурочкой проходили, и когда звери проходили, и Дедушки Морозов много было. А ты когда-нибудь видела столько Дед Морозов? Нет. Первый раз? Да. Мне очень понравился, например. Праздник? А ты танцевала, когда зверюшки танцевали? Да. Завершил действо грандиозный салют. Поздравляем с Новым годом, желаем всем счастья. С Новым годом, мама и папа. С Новым годом. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».